Всем привет еще раз, ребят. Ну что, в группе Castle Clash ребята, как обычно, роются в файлах. Я вам кину ссылочку в описании. Подписывайтесь на телеграм-канал. Там все новости, которые вам нужны будут, файлы. Ссылочку вы увидите на их группу в описании. Я вам сейчас покажу новые итемы, какие будут. Это реально полный трэш. Поехали. Начнем подгрузку. Потому что это реально весело. Так, создам новое. Обзор. Я вам сейчас буду подгружать и будем. А вы пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Так. Вот так вот будет выглядеть у нас новый герой. Сейчас я вам его растяну. Вот такой вот он вид. Имеет, судя по всему, он будет летающий, то есть летающий герой, скорее всего, дальник, как обычно летающие, в основном все дальники у нас, ну, кроме некоторых там. Веселый герой, бабочка какая-то. Ну, судя по всему, он реально будет имбовым. Не знаю, будет он донатным, либо не донатным. Ну, скорее всего, не донатным, потому что там по функциям интересно, но он офигенный будет дебафер. Там с энергией просто жесть будет твориться. На PvP-локациях, думаю, он будет реально чудить веселые вещи. В общем, будет интересно. Так, дальше. Следующее, что у нас добавили. Вот так вот он будет выглядеть на эволюции, скорее всего. То есть это будет уже его эволюция. Такого рода тоже, в принципе, прикольный. Не знаю, в доспехах, в латах каких-то. Не знаю, с каких игр они это берут все, но что-что. А герои у нас в битве замков реально смотрится довольно-таки неплохо. Вот именно физика и все остальное. Единственное, они портачат все полностью. Скажем так, своей ленью, изменению того, что они сделали. Я даже не знаю, как это назвать, потому что у нас в игре куча обновлений, куча локаций, куча всего, но оно все сырое, недоработанное. И они это не переделывают, и не добавляют все время новое, новое, новое. Уже нам надоело это новое, сделайте что-то старое. Такс, окей, с этим разобрались, вот так вот будет выглядеть этот герой. Поехали дальше. Что у нас есть еще интересного? Есть скин на ледяного феникса. Будет второй скин. Вот так он будет выглядеть. Ну, я думаю, очень прикольно. Если вы не заметили, у нас бывает местами, вот посмотрите на этот скин и посмотрите на предыдущий, на эволюцию. У нас герои немножко как-то, ну так, по линейке идут. То есть там золотые герои появляются, там еще какие-то. Если вот так вот следить, там 10. 10 обнов одного вида героя появляется, то есть облик их. Сейчас вот все такие, там был кибергарул, то есть типа такого что-то. Ну, в общем, интересно все. Не знаю, к чему они это все привязывают, но изменения очень интересные. Дальше. А вот так вот выглядят камешки. Камешки на 10-е таланты, на их прокачку. Где их добывают? Ну, мне кажется, скорее всего, в новой локации, либо же за донат опять зафигачат и опять качает, перекачивает. Ну, это реально запарило. Возможно, скорее всего, они будут добываться в новой локации. Новая локация тоже довольно-таки интересно, каким образом она будет, судя по тому, что вы сейчас увидите. Сейчас я дальше вам ее покажу. В новой локации. Давайте так. Новую локацию открою. Вот так вот выглядит новая локация. Довольно-таки вроде интересная, но судя по всему, это будет такая же локация, как и мы бегали. Каким образом здесь все будет, я не знаю, но мне что-то оно напоминает как КБшку. То есть, по сути, это либо это просто остров для героев, где мы их будем высаживать, но непонятно. В общем, интересно будет посмотреть, дождаться обновы. Я думаю, еще 1,5-2 часика, и обнова будет доступна, и мы с вами сможем уже полноценно посмотреть на эти изменения, что там сделано, как там сделано. Интересно посмотреть, какие плюхи будут даваться в этой локации. Такс,
Что у нас есть интересного? Вот такие вот сундучки дают. Непонятно, что в них пока, но довольно-таки интересно, думаю, будет посмотреть, каким же образом эта локация вообще фармиться будет, потому что, зная IGG, они, как обычно, какую-то фигню сделают. Непонятно, что с наградами. Тот же самый лабиринт, если взять. Обалденная локация, интересная локация, но они ее просто убили. Тем, что они сделали привязку к силе. То есть вы там по силе, да, я согласен, но сделали потом усиление на этажах, что там просто нереально. Там ребята пишут, мы вот без доната проходим там. Да, вы можете проходите, но как бы самый большой приоритет в игре у нас это рост силы, потому что чем больше силы, тем больше плюх, тем больше всего. Ну, конечно, понятно, что можно не раскачивать, не раздувать силу, но на битве гильдии, например, если в вашей гильдии будет хреновая сила, вы ни хрена не сделаете. Вот. Вы хотите нормально трешивать на локациях, вам надо прокачать много героев. Прокачали много героев, у вас выросла сила. В общем, все как-то так. Ну, нету никакой взаимосвязки у нас в игре. То есть у нас все хаотично происходит, от обновы до обновы у нас все меняется. Таланты меняются, те старые уже не нужны, новые нужны. Перекачал, вкачал, у тебя выходит следующий этап, давай дальше качать. Качаешь дальше, ты еще тех не докачал. В общем, вот так вот все. Либо много куча доната, и ты сидишь, ну, вроде как бы и ты сидишь в топе, но это ничего по сути не меняет. И больше разрыв между игроками. Игроки уходят без донаты, уходят. Понятно, игра строится на донатах. На писькомерстве между донатами. Но должен быть какой-то игровой интересный процесс. К сожалению, у нас его убивают. Такс. Дальше. Что у нас дальше есть? Поехали дальше. Дальше, дальше, дальше. Следующую картинку вам покажу. Самое одно из интересных новые вот такие вот будут у нас мешочки. Ну, то есть с них, понятно, будут падать новые плюхи. Возможно, скорее всего, может и рунки будут падать. Ну, рунки в основном падают с сундуков. Так, давайте я вам сейчас сразу уже покажу. Вот это вот. Как вы думаете, что это? Мне кажется, это смена атрибутов, переролл. Наконец-то они добавят к созвездиям. То есть, возможно, скорее всего, это будет перерол созвездий, перерол всего, либо перерол каких-то именно карт, с левела на левел, какие-то смены. Ну, в общем, что-то по-любому связано с атрибутами, а с атрибутами у нас связаны только созвездия. То есть, скорее всего, так. Потом дальше, что есть еще интересного? Добавили у нас... Сейчас я посохраняю. Так, что у нас интересного есть? Есть вот такие вот с камнями мешки. Это раз. Это два Apex камни. И это три. То есть будут добавлены уже на рынок. Я не знаю, на рынок, скорее всего, наверное, на новую локацию фарм кристаллов, которые нужны для прорыва. Это будет интересно, если они будут нормально падать, и они будут падать без донатом. Это реально будет хорошо. То есть будет возможность собрать эти кристаллы, прокачать аккаунт. То есть хоть какой-то интерес. Вопрос, как будет эта локация фармиться. Вот это вот самое интересное. Как будут получаться там плюхи, эти сундуки. То есть это мы скоро узнаем. Но, возможно, это будет действительно огромнейший плюс в том, что можно будет фармить намного быстрее и прокачивать без донатом аккаунта. Только я не знаю. У нас, знаете, все везде надо топовые герои, поэтому непонятно, как будет это локация соло, либо это будет локация для команды. В общем, посмотрим.
В общем, такие вот, ребятушки, пока на сегодня плюхи. В общем, подписывайтесь на телеграм-канал группы Castle Clash. Также у них там есть группа, я вам буду снимать Castle Clash New Dawn. Там есть вторая группа, я вам тоже ее подпишу под видосом. Кидайте заявочки на роллинги, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите следующих видосиков. Всем удачи, всем пока.